находимся с вами в зале, где у нас представлены искусства конца 18-го, первой половины 19 века. Эпоха романтизма, да, первая половина 19 века. И французский художник-романтик пишет «Лунную ночь на море». Картина у нас в высоту 73 сантиметра, а в длину примерно 100 сантиметров. Вот 95. Она. Вот, да? Вы так прикидывали? Ну 100 вообще-то написано. Но может быть и 97. То есть это только хвост без рам. Из названия уже понятно, что здесь. Да, мы видим и ночное небо, которое занимает две трети картины с грядой облаков, и неспокойное море, и скалистый берег со старинной крепостью. Холст – масло. Картина написана реалистично, но, вы знаете, так романтически приподнята. На переднем плане крупные, неподъемные такие валуны и более мелкие камни, но все они с гладкими боками, они отшлифованы волнами, да, за столетия истории. Справа на картине скалистый берег, и в глубине, на среднем плане, видна крепостная стена, такая грубая каменная кладка, и башня, значит, параллелепипед такой, под конусообразной крышей. И башня очень сильно выдается, да, вперед, на крепостные стены. Примерно посередине крепостной стены, справа, видна ниша, арка, углубление. Сейчас она заложена кирпичом. Но очень может быть, что когда-то здесь были крепостные ворота. Справа, рядом с аркой, темнеет узкое, вытянутое по вертикали отверстие, напоминающее бойницу. Ну что, выглядит как бойница, вероятно, бойницей и является. Территория крепости так сильно заросла деревьями и кустарниками, что с трудом угадываются за крепостными стенами еще две башни. Ближе к нам невысокая башенка, а за ней башня, которая прямо вровень с кронами деревьев. Слева на картине между двумя башнями три раскидистые дерева, справа, скорее всего, кипарис тонкий, да, вытянутый вверх. Крепостная стена уходит вглубь картины, вплоть до линии горизонта. Виднеется еще одна круглая башня. В левой части картины, примерно нижняя, одна треть, море, неспокойное море. На горизонте три судна под парусами и великолепное небо. Кучевые облака, а может быть даже и тучи. Причем их больше как бы в левой части картины. Но сквозь тучи, сквозь волнистые туманы пробирается луна. Это вот сквозь тучи пробирается луна. Полный диск заливает все лунным светом и отражается в виде лунной дорожки на воде. Действительно очень романтично. Вот прямо просится, знаете, процитировать Байрона, который говорил: «Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна, и по-прежнему лучами серебрит простор луна. Меч сотрет железо ножом, и душа источит грудь. Вечный пламя невозможен, сердце просит отдохнуть. И пускай лучами месяц тянется к земле, не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле». То есть вот по настроению эта картина такая. Еще у нее, как вы видите, наверное, роскошная резная деревянная рама. Современница картины, такие рамы называют историческими. И вот благодаря этому богатому обрамлению, вот у меня прямо иллюзия двустворчатого окна, которое распахнуто, из которого открывается чудный вид
на морской берег, освещенный луной. Ну и все уже познакомились, да? Да? Можем двигаться дальше, простите. Все посмотрели? Отлично. Осталась последняя тактильная станция у нас. Еще один портрет, наша знаменитая прачка.